По итогам переговоров с региональной администрацией Статем согласился Мишель Литвак, владелец компании «Отеко». На встрече с болельщиками бизнесмена представил губернатор края Вениамин Кондратьев. Я понимаю проблему финансовой ответственности своей, состояния команды футбольного клуба «Кубань». Максимально прилагал усилия для того, чтобы эту проблему решить. Вот я решил вас всех собрать, чтобы представить нового нашего партнера футбольного клуба «Кубань». Это Мишель Литвак. И здесь я хочу заявить уже официально, по согласованию с ним, что 75% футбольного клуба «Кубани» переходит к нему, 25% и 1% остается у края. Это блокирующий пакет, который не позволит никакому нашему партнеру, а я надеюсь, с Мишелем будем надолго, принять решение о ликвидации клуба «Кубань». Это принципиальная позиция. Футбольный клуб «Кубань» ни при каких обстоятельствах не может быть ликвидирован. Ни мы его создавали, и не нам принимать решение, и никому принимать решение о ликвидации футбольного клуба «Кубань». В Краснодарском крае Мишель Литвак ведет бизнес 16 лет, в том числе развивая порт в Тамани. Главной задачей в развитии клуба предприниматель считает создание собственной футбольной школы, где бы выращивали звезд в основной состав команды. Напомню, сейчас футбольный клуб «Кубань» находится на 13-м месте футбольной национальной лиги, второй по силе в России.